Привет, друзья! На связи с вами вновь Сергей Куликов, сайт focus@moryka.ru. В этом видео мы с вами будем разбирать фокусы с картами для начинающих. И я покажу вам очень простой фокус, который называется «Чужой». Итак, давайте посмотрим. Привет, друзья! Ну что ж, давайте посмотрим, как выполняется фокус, который называется «Чужой». Да, кстати, для этого фокуса я воспользуюсь картами Bicycle Standard. Если кому интересны эти карты, то ссылку на обзор этих карт и ссылку на магазины, где можно купить эти карты, я оставлю в описании к ролику. Итак, поехали. Как всегда, мы перетасуем картишки, чтобы их уважить. Отдать, так скажем, дань уважением, чтобы все у нас прошло хорошо. Поснимем несколько раз. Да, уважаемый зритель, вы тоже можете подснять сколько хотите. К примеру, зритель подснимает раз, подснимает два, подснимает три. Достаточно? Достаточно. Окей, хорошо, уважаемый зритель, запомните вот эти две карты. Запомнили. Окей, уберем их. И накроем. 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 Теперь я разобью колоду на 4 стопки. Немножечко придется подождать вам. Итак, разложив карты таким образом, я исключаю возможность того, что эти две ваши карты окажутся в одной какой-то стопке. Но для пущего эффекта давайте-ка мы возьмем и еще между собой вот так вот эти стопочки потасуем. Тасуем вот так вот, как следует их. И возьмем вот так вот еще потасуем. Итак, все карты у нас теперь затасованы. Все. Итак, как же мне найти вашу карту в таком невообразимом хаосе? Давайте просто разочек щелкнем пальцами. Это любимое движение каждого фокусника, которое всегда спасало. Посмотрим, что у нас получится. Разложим все карты на стол. И смотрите, все карты у меня перевернуты лицом вверх. Это все карты черного цвета, кроме одной карты. Той самой картой, которую вы, уважаемый зритель, запоминали. Именно она чужая среди этих всех черных. Но у нас же было две карты, верно? Что ж, давайте мы вот так вот перевернем карты и тоже щелкнем пальцами. И разложим эти карты. Смотрите, уважаемый зритель, все карты, перевернутые вверх, лежат именно красного цвета. Все. Все красного. Кроме одной черной карты. Той самой черной карты, которую вы запоминали, уважаемый зритель. Именно она чужая среди этих красных. Итак, вот они, ваши карты. Ну что ж, дорогой друг, если тебе понравился этот фокус, то прямо сейчас подписывайся на канал. Для этого кликни по иконке с изображением кораблика и добро пожаловать на борт. Ну а мы теперь перейдем и посмотрим обучение этому фокусу. Окей, друзья, ну что ж, давайте разбираться, как выполнять этот простой фокус. Для этого простого фокуса нам потребуется подготовка. То есть нам надо разделить колоду на две части. То есть отложить отдельно все красные карты и отложить отдельно все черные карты. Теперь нам надо сделать так, чтобы карты чередовались. Шли красно-черное, красно-черное, красно-черное. И так всю колоду. Итак, давайте это сделаем. Значит, воспользуемся нашим любимым способом. Тасовочкой фара. И вот так вот вгоним карты одна в одну. То есть у нас везде карты теперь получились красно-черное, красно-черное. Ну, в некотором месте были ошибочки. Сейчас мы их исправим. Итак, черное-красное, 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 черное-красное. Да, теперь у нас все правильно.
Итак, друзья, все карты у нас лежат, чередуясь: черная, красная, 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 черная, красная. Итак, что мы делаем дальше? Даем зрителю несколько раз подснять. Сами можете произвести какие-нибудь фальшивые тасовочки перед этим, да, чтобы сбить зрителя с толку, чтобы ничего он не заподозрил. В общем, выполняем какие-нибудь фальшивые тасовки. Даем ему подснять. И когда он остановился, даем ему запомнить две верхних карты. Но мы помним, что у нас чередуются черная, красная, черная. Нам надо сбить сейчас этот порядок. Поэтому мы говорим: запомни эти две карты. Берем первую и берем вторую. Но мы берем первую так, вторую берем вот так. Поверх нее кладем. И даем запомнить. Валет крестит, туз пик. То есть получается, что если я сейчас верну карты назад, то последовательность уже собьется. Будет идти черная, черная, красная. А шли у нас они черная, красная, черная. Итак, даем запомнить. Раз, два. Показали. Он запомнил. Убрали. Поделили, подсняли несколько раз. Можете опять же провести какие-нибудь фальш-тасовочки. Все у нас остается в той же самой последовательности. Теперь говорим зрителю, чтобы исключить то, что у нас карты будут вместе, разобьем карты на 4 стопки. Итак, мы разбили карты на 4 стопки. Значит, здесь у нас все черные карты. Здесь у нас все красные карты. Включая одну черную, последовательность которой мы сбили, которую запоминал зритель. Здесь дальше, опять же, все черные карты с одной красной, которую мы сбили, последовательность, и зритель запомнил. И здесь также все красные. Ну, возможно, карты зрителя могут попасть к вам в эту стопку или там в эту стопку. То есть они не обязательно должны находиться именно вот в этих вот. Итак, теперь нам необходимо перетасовать стопки. Красные с красными, черными с черными. То есть черные с черными. Тасуем. Перетасовали. Теперь также красные с красными. Тоже тасуем. То есть у зрителя возникает иллюзия, что вообще это не колода, а полный бардак какой-то. То есть все перемешалось, и карты не найдешь. После чего мы вообще добиваем зрителя, говорим, что одну колоду сейчас вот так вот половиночку перевернем и перетасуем их вообще между собой. Потом вы можете взять, перетасовать еще раз, несколько раз, чтобы окончательно его, так скажем, добить. Все. То есть такое ощущение, что полный хаос в колоде. Но все карты у нас красные лежат лицом вверх, черные лицом вниз. Кроме одной той карты, которую мы сбивали, да? То есть последовательность, которой мы сбили. Вот она, пиковый валет. То есть говорим, что есть такое волшебное движение у фокусника, это щелчок пальцами, после которого все приходит в свои места. Так, щелкнули, разложили. И указываем зрителю на то, что все красные карты лежат лицом вверх, кроме одной черной. Той самой, которую зритель запоминал. Той самой карты, которую зритель запомнил. То есть еще раз, все красные. После чего можете просто взять одну карту и, как это обычно бывает, лентой вот так вот перевернуть. И показать, что здесь у нас лежат все черные карты и лишь одна карта чужая. Лишь одна карта чужая, лишь одна карта красная. Та самая, которую ты запоминал. Остальные все также черные. Вот такой вот простенький, но прикольный фокус, друзья мои. Рекомендую вам его взять себе на вооружение. Скажем так, для вступлений перед началом показа каких-нибудь там своих представлений.
Ну что ж, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. Подписывайтесь на канал и до встречи в следующих видео. Пока!